В первые же минуты поклонения мощам Николая Чудотворца храм Воскресения Христова в Краснослободске заполнился верующими. В главном приходе епархии происходит праздничная божественная литургия в честь принесения мощей. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в христианстве. Паломники приехали в Краснослободск заранее, чтобы успеть поклониться мощам. 10 километров примерно я прошел, я в Старом Зубареве оттуда ушел. Ну а что же надо? Ради такого я готов и еще 100 километров пройти. Как сказать, не могу сказать. Какое-то прям как наслаждение, что ли. Ковчег с мощами прибыл в Краснослободск из Балашихи. Первоначально предполагалось, что его выставят в церкви Успения Божией Матери. Но маленький храм вряд ли смог бы вместить всех желающих, поэтому организаторы перенесли церемонию в самый большой собор епархии. Организаторы обещают, что никаких VIP-пропусков для прохода в храм Воскресения Христова отдельно или в составе организованных групп не будет. Подобные вещи в принципе обесмысливают само поклонение. Единственная группа граждан, которым будут обеспечивать беспрепятственный проход – инвалиды опорно-двигательной системы и родителям с грудничками. Все остальные стоят в общей очереди. Смысл в том, чтобы человек совершил некое хотя бы кратковременное паломничество к святыне, потратил хотя бы какое-то время, физические силы и приложил усилия для того, чтобы поклониться. Я вообще в Подмосковье живу, но просто вот приехала в гости к маме, и тут совпало, что как раз привезли мощи, в общем-то. В Москве не попала, там большие очереди. И вот здесь решила, в общем, даже неожиданно, что привезли сюда. Мне очень приятно поклониться. Бог послал, значит, надо, да? Да. Сходить. Слава Богу, что так получилось. Мы пришли, поклонились мощам. Всегда ходим, всегда преклоняемся, всем мы приезжим. Мы всегда вдвоем стараемся ходить, что у нас трое детей. Мы стараемся, чтобы наша семья как-то вот была сплоченней. Поэтому вот нашли минутку, зашли. Организаторы сообщили, что поклониться святыне паломники смогут до 17 ноября. Потом драгоценный ковчег отправится в Саратовскую область. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости из Краснослободска.